Здравствуйте, тема этого видео. Куда пропали брендовые значки? Так, если вы, допустим, после обновления потеряли их, просто заходите в поисковик наверху. Я использую вот такую Google клавиатуру, переводчик. Я его нажимаю и просто пишу оригинал, бренд. Схожие слова можете написать. Я пишу вот на русском, там выходит на китайском. Все. Теперь просто поиск делаем. Вот значки. Со значками магазина появляются, видите. Приложение это отходит от того, в какие магазины заходили вы последний раз. Например, если вы заходите в брендовые магазины, у вас в топе в рекомендациях будут только брендовые магазины. Часто 90% выходить. Вот, например, сейчас я вам на примере покажу. Зайду вот в этот магазин, который имеет значок бренда, да? Просто я смотрю, показываю, что я заинтересована таким магазином. Выхожу. Просто сейчас выйду вот на главную страницу. Просто обновляю страницу. Вот так, видите? Что меня заинтересовало, это будет выходить у меня в рекомендациях. Так, и несколько раз, допустим, я вот в нескольких магазинах полистала, посмотрела, видите, 100% оригинал, брендовый значок имеется. Показала свою заинтересованность приложению. Приложение отходит от того, чем я интересуюсь. После этого он в рекомендации приложения, смотря чем я интересуюсь, будет показывать это. Вот, сейчас обновите, видите, будет показывать, он мне теперь постоянно, чаще всего, 90% будет показывать мне брендовые и вот со значками магазины. Вот так. Опять-таки зайдете, посмотрели, вышли, обновили. Вот я вам обновляю, специально показываю, что при обновлении приложение мне будет показывать опять-таки брендовые. Видите, вот опять значки черные. Также зайдете, посмотрите. Вот так, пользуйтесь. Ставьте лайк, если было полезно.